Бесцветный бриллиант грушевидной формы продан на аукционе Кристис по рекордной цене в 26 миллионов 700 тысяч долларов США. Торги состоялись 15 мая в Женеве. Новым обладателем драгоценного камня стал ювелир Гарри Уинстон. Бриллиант в 101 карат был куплен Гарри Уинстоном. Его компания в недавнем времени была приобретена фирмой Swatch Group за 1 миллиард долларов. Камень приобретен почти за 27 миллионов, что является новым мировым аукционным рекордом продажи бесцветного бриллианта. До этого рекордный камень был продан за 21 миллион 500 тысяч. Бриллиант признан безупречным. Его вес 101,73 карата, а цвет соответствует высшей категории D. По данным Американского геммологического института, такие бриллианты составляют менее 2% из всех имеющихся в мире. На огранку, полировку и доведение камня до такого совершенства ушел 21 месяц. До обработки вес камня составлял 236 карат. Он был найден на алмазном руднике Джванинг в Ботсване, принадлежащем правительству Южной Африки и компании De Beers. На торгах, которые проводились в отеле Four Seasons, помимо грушевидного камня были представлены и другие произведения ювелирного искусства. Например, звезда Кашмира – уникальное кольцо с сапфиром и бриллиантом.